Ректор Казанского университета подписал соглашение с главой района об оказании содействия в подготовке школьников к успешной сдаче ЕГЭ и победам в Олимпиадах. Инициатором соглашения стал Гелабужский институт Казанского университета, наиболее близкий географический и уже давно основной образовательный партнер Мамадырского района. Торжественная церемония подписания состоялась на пленарной части традиционного летнего педсовета в присутствии заместителя премьер-министра, министра образования и науки Республики Татарстан Рафиса Бурганова. Важным итогом августа конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Мамадышским муниципальным районом, целью которого является совместная работа по поддержке талантливых школьников, методического сопровождения учителей, оказание содействия в подготовке к ЕГЭ и Олимпиадам. По словам главы района Анатолия Иванова, Мамадышский район занимает первое место среди сельских районов по итогам Олимпиад и второе место по республике по качеству образования. Это стало возможным в том числе благодаря сотрудничеству с Елабужским институтом КФУ. Завершилась встреча традиционным награждением учителей, которые подготовили уже студентов Казанского федерального университета за высокие результаты по ЕГЭ. В качестве дополнительного приятного бонуса все учителя, получившие награду, могут безвозмездно пройти курсы повышения квалификации в КФУ. Адель Шамилова, Универньюз.